Привет, меня зовут Владимир Коннов, я машинист-инструктор московского метрополитена. Вам когда-нибудь было интересно, как работает поезд метро, как работает машинист? Какие-то интересные и неизвестные вам до этого подробности работы машиниста? И сегодня я хочу запустить свой видеоблог на YouTube, чтобы показывать вам и рассказывать какие-то интересные особенности работы поезда и работы машиниста. Сегодня мы начнем с простого вопроса. А может ли поезд сам автоматически остановиться на станции без участия машиниста? Сейчас мы прямо на этом поезде выезжаем на линию, без пассажиров, конечно же. И в реальных условиях вам все это покажем. Пойдем в кабину. Дорогие друзья, вот сейчас мы уже в кабине. Следуем по перегону Таганско-Краснопресненской линии. Это поезд Москва. Конечно же, он напичкан самыми современными системами безопасности, современными технологиями, современными решениями. И одно из них мы сейчас покажем, как работает. Это автоматическая остановка поезда на станции без участия машиниста. Кратко расскажу, как работает. Состав, компьютер по датчикам в пути анализирует фактическое положение поезда относительно знака остановки первого вагона. Компьютер выдает команду на торможение, и поезд автоматически плавно сам останавливается. Давайте посмотрим. Вот система уже включилась, я вижу, автоматически она включается. И поезд, привезенный на станцию без моего участия, начинает останавливаться прямо у знака остановки первого вагона. Пассажиры даже этого не почувствуют, потому что происходит все очень плавно, очень комфортно. Вот так вот, пожалуйста, современные технологии в московском метрополитене. Спасибо вам за просмотр. Если у вас есть какие-то идеи для видео, пишите, обязательно постараемся снять. До свидания.